Всем привет! Сегодня у нас будет распаковка. Пришло 6 посылок. 6, да? Да. Давайте все мы уберем в сторону. Это нам не нужно. Меня интересует вот эта посылочка. Кто видел предыдущее видео по распаковке, там я упомянул, что я получил, что я выиграл халяву. Как это все делается, я вам покажу обязательно. И то, что это халява, тут обозначено. Вот, гифт, подарок. Да, на камеру будет видно. Правда, он $5 заплатил. Он платил, не я. Я платил только 1 цент. Видать, скорее всего, за пересылку. Скорее так. А то, что это именно то, что я думаю, тут написано от фирмы их, Бобо Бирд. Ну что ж, откроем, посмотрим. Вот так то все выглядит. Коробка в коробке. И вот такая вот коробочка. Бобо Бирд. Как напрямую, не знаю, там некоторых написано продавцов. Бобо Птица. Возможно, так и есть. Ну, давайте теперь откроем. Опа! Вот такая халява. Так. Тут инструкция какая-то фирменная. Еще что-то. Порошок, чтобы не с влага убиралась. Или как красиво сделано. Фирма. У этого продавца очень много таких есть изделий. Это часы кварцевые. Немножко грязноватые, но то не страшно. Корпус сделанный из бамбука. Ремешок кожаный. Да, это действительно кожа, это хорошая кожа. Хорошая, мягенькая. Вообще. Он был не это самое. Так, ходики ходят. Часики наши ходят. Только надо теперь еще время выставить. О, защелкнуть я защелкнул, блин. А это не выщелкнул. Вот такая у меня халява. Сейчас я буду вам все показывать подробно, как это делается. Вот такие суперские часики. Надо одеть, наверное, их. Ой, ё-моё, вот здесь облом. Сейчас. Ну, одела часики. Красиво очень смотрятся. Очень красиво. Я доволен. Блин, какой я довольный. Вообще. Правда, с ремешком мне тут немножко... Ну, видите, на последнюю дырочку. У меня хоть руки и небольшие, не толстые, но мог бы быть ремешок и побольше, если честно. Вообще-то классно. Классно. Цена у него продается от 18 до $20. Там цены гуляют. Ну и выбор у него шикарный там. Очень шикарный выбор. Очень. Я доволен. Так, а сейчас будем показывать, как это все делается. Тут, кстати, сверху пленка наклеена. Я как-то сразу не заметил. Мне показалось, что они грязные. Вот теперь намного лучше смотрится. Супер. Я просто в шоке. Супер. Так, нам нужен какое-нибудь мобильное устройство для этого. И... Так отбивает, блин. И мобильное приложение AliExpress. Сейчас мы войдем туда. Я взял планшет, может тут лучше будет видно. Что-то на телефоне вообще нифига не видно. Так, вот здесь есть халявый отчет. Вот здесь есть мобильные бонусы. Сюда заходите каждый день, нажимаете. И нужно будет нажать на вот эту кнопочку. И вам будут баллы. Сначала один... Балл, потом 5 монет, не баллы, монеты, потом больше, и так в конце будет 16. И каждый день, если будете заходить. Если будете продолжать каждый день заходить, будет увеличиваться на 16 монет. Потом за эти монеты можно будет использовать, вот они у меня здесь, можно будет использовать или на купоны, или на товар. Но это уже как-нибудь в другой раз покажу, или если не сильно долго. Так, нас интересует вот это, халявые отчеты. Нажимаем, ходим. Ну, грузись. Вот, и здесь появляются товары. Вот их не цена. Цена всегда здесь завышенная. Но это вы на это внимание не обращайте. Потому что если вы выиграете, вы всем заплатите только 1 цент. Не больше. Больше вы не заплатите. И внизу есть сколько заявок. Нажимаем на любой. Я уже здесь был сегодня. Можно в день только 2 раза. 2 предмета только можно подать заявку на выигрыш.
Вот, на любой нажимаем, да, и вот тут написано «Подать заявку». Нажимаем на «Подать заявку», у меня уже написано «Вы сегодня были, все, до свидания, не получится у меня нифига с этого». Вот тут есть сколько заявок, дальше. Не видно там. Ну, сами откройте мобильное приложение, посмотрите. Я бы рекомендовал вам выбирать те товары, которые вам нужны. Мне нужны были часы, вот эти, да? Вот, и я таких выиграл, но там я ставил на все часы, которые были. На все часики, которые были. Понимаете, вот часы, вот там. Если с таким расчетом играть, что я ничего не выиграю, то лучше этого не беритесь. Если человек уверен, что он выиграет, он обязательно выиграет. Поверьте мне, обязательно. И будет он там счастливый, не будет он счастливый, как себя считает. Все зависит от человека. Так что это все зависит только от вас. Так, сейчас я войду в свои халявы отчеты и покажу вам, что я действительно выиграл. Вот здесь в обработке. Давайте сразу успешные нажмем. Вот, видите, вот эти же часы. Вот написано, 1 цент только должен за него платить. И должен сейчас подтвердить заказ. Написать отчет, там условие такое. Когда вы их получите, написать расширенный отчет о этом продукте. Тобто сделать ему рекламу. В дальнейшем у вас будет просто больше шансов на выигрыш. Это же не трудно, вы ничего не платите, только кроме 1 цента. И так что это, я думаю, это вполне нормально каждому и несложно. Зайти и просто выбрать товары, какие понравятся. Две штуки в день, да и все. Вот, тут показывается сразу товар. Каждый день товар меняется. Если опуститесь вниз, тут есть. Сейчас покажу. Вот. Показать все товары. Это некоторые из них будут только завтра. А если там опускаться еще ниже, то будут и те, которые были вчера. Вот, видите? Пока раздается. Вот там три товара вот раздается, это сам продавец выставляет. То есть есть возможность трем человекам выиграть. Вот. А завтра они будут уже, что можно будет их ставить на выиграть. Пробовать выиграть. Окей, красивые, да? Вот фактически все, что я вам хотел показать сегодня. Заходите, играйте. Все у вас получится обязательно. Но говорю, оно работает только на мобильных приложениях. На мобильном телефоне, планшете, вот на таких устройствах. Поставить себе приложение для AliExpress мобильный, это не проблема. Можете через Play Market, можете зайти в интернет и набрать мобильное приложение. И установить его на свое устройство. Памяти занимает мало. Так что шансов, я вам скажу, ну, довольно-таки много. Как они там выбирают это все, я понятия не имею. Как этот розыгрыш происходит? Ну, он действительно работает, он происходит. И что бы вам ни говорили в интернете, какие бы ролики другие не смотрели, что лучше не играть, это все ложь, это не ложь. Вот вам пример. Вот вам пример у меня на руке. Я при вас это распечатал, показал упаковку, что там зазначено, как подарок. Вот галочка стоит напротив гифт. $5 он же платил, скорее всего, за пересылку. Вот. Цена у них... Ихняя, сейчас в данный момент вам даже скажу. Часик куда не сошел. Вот, цена у них больше $20 получается, да? Да. В его продаже, в его магазине. Вот, кстати, его магазин. Ссылку я на эти часы оставлю. Нет, это вот что-то. Ссылочку обязательно оставлю. И оставлю на магазин. 27 долларов, вот. Не видно. Вот так, может быть, видно. $27. У него цена гуляет, там надо просто уже искать. Все, что вам нужно, зайти, найти товар, подтвердить адрес, подтвердить покупку. Ну, как бы, заявку, вернее, не покупку, извините, заявку подтвердить. И все, дальше ждать. Обычно это, у них раздача идет еще дней 6. И 3 дня после окончания дается, чтобы провести розыгрыш. И тогда вам приходит или уведомление, если у вас включено на AliExpress уведомление, или приходит
Или вы сами туда зайдете, посмотрите, выиграли вы или нет. Еще раз говорю, играйте, играйте и играйте. Все будет получаться, все получится. Это здесь ничего сложного, здесь в этом нету. Ну а пока, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите отзывы. Всем пока.